Добрый день, дорогие друзья! Феодализм не устоит. Тема этого небольшого видеоразмышления. И поводом послужило то, что вчера на работе я услышал разговоры о том, насколько в России разная жизнь в разных регионах. И люди сравнивали те места, в которых они проживали или проживают сегодня их дети, родственники. И, конечно же, Москва стоит обособленно от всей другой России, и это знают все. Но слово «феодализм» означает то, что когда-то феодалы, они являлись собственниками на землю, на средства производства, а люди были крепостными и зависели от законов этих феодалов и от их прихотей. И вот сегодня принято считать, что феодализм ушел далеко-далеко в прошлое. Но мы сегодня по всему миру снова переживаем феодальный строй. И сегодня он везде, во всех странах. В Соединенных Штатах Америки, в Канаде, такие концерны крупные, как Boeing, Bayer, Barrett, Golf, General Electric, Microsoft, Google, Lockheed Martin, Pfizer, Amazon, Walmart, Apple, они владеют почти всем. И они лоббируют те законы, которые им выгодны и угодны. В Европе, в частности в Германии, такие концерны, как Siemens, Volkswagen, Daimler, Allianz, BMW, они также контролируют почти все и влияют очень сильно и на политику, и на жизнь людей. В России это Лукойл, Сургутнефтегаз, Магнит, Газпром. И феодализм, он есть везде и повсеместно. Если сравнить заработные платы, цены, проезды, пенсии, социальное обеспечение, медицину, а также образование в разных регионах той же самой России, они сильно и сильно разнятся. А Иисус Христос сказал когда-то очень важные слова, которые хотелось бы услышать или чтобы политики. И эти слова такие: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». И записано это в Евангелии от Матфея, 12 главе, 25 стихом. И «разделяй, властвуй» – это тема феодализма, который вроде бы канул в прошлое, но на сегодняшний день реально все люди являются крепостными, хотя имеют свои дома, свои квартиры и даже автомобили. Но они зависят от феодалов очень сильно во всех сферах своей жизни. И дьявол это знает, и он разрушает. И дьявол действует по принципу «разделяй и властвуй». Знают ли люди об этом? Рассуждают ли они об этом? Насколько они сильно в этом участвуют? Поразмышляйте и вы об этом, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.